На смену аномально теплой погоде пришли аномальные морозы. Сейчас, по данным Приволжского гидрометцентра, в регионе температура воздуха в среднем на 3 градуса ниже нормы. И отступать холода пока не собираются. Предстоящей ночью ожидается до 28 градусов со знаком минус, в дневные часы до 18. И только к выходным можно рассчитывать на небольшое потепление. В субботу столбик термометра впервые за неделю поднимется выше отметки в 10 градусов. При этом в большинстве районов ожидается метель, а на дорогах гололедица.